Вот принесли нам долгожданную уху по 50. Сейчас нарезанные куски мяса. Сейчас ждем. А в этом видео были другие блинчики. Ну, тут такие маленькие какие-то. Ну, да. Ну, тут зато тутки больше, чем вот мы смотрели до этого. Сейчас должны принести бульон, я так понял, да? Кости рис, варить. Все вот это вот. Все самое вкусное. Да, за 100 юаней все взяли. Это 1000 рублей на наши деньги. А еще соус должны принести. Ну, да, сейчас соус ждем. Ой, горяченькая. Ну где наши соусы? Где рис? Где все вкусное? А то сейчас остынет. Вот внизу наш суп. Супчик. Несут. А кости? Да. Кости, кости. Вот он. Суп вкусный. Блин, ну супа немало, конечно. Спасибо. Супа целая тарелка. А зачем тебе кости? Я еще? Не знаю. Хватит, какие а кости? Вот. А как есть его? Из чего? Тарелки. Сейчас тарелочки. Еще бы салфеточки бы. Сейчас все принесут. А он сказал, принесут, да? Да, вот ради этого. Ну, давай, как блинчики едят, показывай видео. Как надо едят соус. Утку по-пекински. Я понял, что найдется сюда несколько кусочков утки. Ага, спасибо. Кусочек утки. Еще бы ложечки сюда принес бы. Чесночку, кусочку. Огурчиков. Наверное, соус как-то полить. Чем вилочкой. Вилочкой полить. Польем вилочкой за неимением ложечки. Вот так вот. Заворачиваем. Ну как соус? Супер. Иди скажи, чтоб ложечки под супчик дали. Держи. Давай. Мой генерал. Давай. На разливе. А его, может, пьют, Олег? Кого? Суп вот этот, бульон. Знаю. Почему они ложки не дали? Не знаю. Бульон горяченький, прямо сейчас самую в тему. Косточки. Тебе косточки положить? Mm-mm. Надо спрашивать ложки. Пошел за ложками.